Друзья, всем привет! Быстрая упаковка букета в матовую пленку и целлофановую пленку. Нам понадобится 4 кусочка вот такой пленки и 2 кусочка прозрачной пленки. Друзья, когда упаковываете, важно, чтобы вот эти уголки у вас не опускались вниз, то их надо подтягивать по краям обязательно. И чем ниже точка сборки от ножки букета, вот сейчас вот так вот, тем получается он шире расставляется, и букет становится более объемным, ну и более трендовым, потому что сейчас это популярно, чуть-чуть так прям массивная упаковка вокруг букета, то есть воздух между букетом у нас идет, вот тут вот между букетом и упаковкой. Сейчас следующий слой. Где-то у нас лист заминается, его надо все-таки чуть-чуть растопыривать и где-то упаковочку чуть-чуть регулировать, поднять, опустить, потому что когда при сборке я два между собой листика не завязал, она может чуть-чуть съезжать, что для нас не есть хорошо. Следующий слой упаковки, обратите внимание, я жму упаковку на 1/4, да, получается, от низа. Моя задача не сжать этим слоем третьим, да, еще упаковку, чтобы она не была тут плотной. То есть он должен также распустить и сделать его воздушным, подтянуть обязательно уголки, дать им воздуха больше. Обратите внимание, что сейчас обратно в тренд входит просто, да, обычная пленка целлофановая, которая обрамляет букет. Можно не только эту пленку, можно крафт-бумагу, блин, все что угодно. То есть некий слой, который дает дороговизну, что ли, да, можно так сказать, или какой-то более воздушный элемент для нашего украшения букетика. Ну и, соответственно, раздувает объем, делает его большим. Помните, какой был маленький букет, и который объем он имеет сейчас. То есть это минимум, наверное, X3. Друзья, всем спасибо за внимание. Ну, короче, комментируйте.